Всем привет, кто смотрит в записи. Лекция номер 7. Мы сегодня с вами переходим к теме динамическое программирование. Эта тема идет у меня в стык с рекурсией. Почему? Потому что динамическое программирование, то по сути, это и есть рекурсия, и только вид сбоку, да, или сзади. Она идет по тем же самым рекуррентным формулам. Динамическое программирование применимо только к чистым функциям. Внимание, это важный момент. Рекурсия в обычном ее виде, она может быть применена и не только к чистым функциям. Просто кэшировать нельзя. Нельзя запоминать результат. Но еще раз, чистая функция, по сути, это что такое? Это просто функция. То есть ее значение должно зависеть функциональным образом от x. Только от x и больше ни от чего. И еще она ничего не должна делать. Рисовать, посылать, записывать файлы и так далее. То есть смысл в том, что вместо реальных вычислений, которые могут длиться какое-то время, да, мы можем это значение достать из кэша. Или как-то еще выдумать. Ну, выдумать, но оно должно соответствовать правде, да? То есть вот, понятное дело, что вычисление... Именно в этом-то вся и фишка. Дело в том, что если у нас функция зависит от своего собственного значения в другой точке x, то нам получается, ну, мы как бы путешествуем по области ее определения. То есть вот если я нарисую область определения... Да, ну как это называется? Да, область определения, так называется же, правильно? Область определения функции. Ну, в принципе, я мог бы тут нарисовать область значения и стрелочку туда нарисовать, да? Но меня сейчас это вот не особо будет означать. То есть я сейчас скорее буду интересоваться, для каких значений в области определения я уже знаю значение функции, а для каких нет. В рекурсии как устроено? Ну, давайте какую-нибудь функцию напишем. Например, факториал. Давайте напишем, да? У факториала, у него формула какая? А, значение f в точке n, ну, в числе n, равно значению f в n минус 1 плюс значению f в n минус 2. Да? Но это рекуррентный случай. Он не дает нам конкретной последовательности чисел Фибоначчи, пока мы не закрепимся за каким-то крайним случаем. Крайний случай чисел Фибоначчи выглядит так. F нулевое 0. Короче, нам нужно добавить крайний случай. И еще по-хорошему оговорить область определения. Я должен сказать, что для отрицательных чисел у меня не определено. Да? То есть я только не отрицательные целые числа. Вот. Вот как только я это говорил, тогда начинается окей, более-менее. Могу это запрограммировать как рекурсию, а могу запрограммировать... I can't understand you. Вот. А могу запрограммировать по-другому. Но смысл в том, что у меня есть snowman. Ванечка, let me give you a piece of chalk and you will draw your snowman, okay? Идея следующая. Что у меня в области определения есть... какие-то значения, определенные нерекуррентно. Ну, условно, я просто знаю их числа. То есть для функции Фибоначчи здесь не требуется вычисление. На самом деле это может быть множество какой-то мощности, да, и они каким-то образом зависят от того вот конкретного числа, которое там есть. Ну, условно, я могу здесь сказать, что f от n равно n при n, принадлежащем от нуля до единицы. Но множество может быть больше. По размерам. И, может быть, какие-то вычисления даже подразумеваются. Но, тем не менее, будем считать, что мы эти значения знаем. Так вот, идея в том, что я по числам, которые лежат из этой области, могу рассчитать какое-то число из рекуррентной. То есть я рекурсию выворачиваю наизнанку. Если я буду рассматривать это как рекурсию и реализовывать как рекурсию, то это будет запрос. Вот, допустим, мне нужно число Фибоначчи номер 5. Я такой, значит, мне понадобится для этого число Фибоначчи 4. Число Фибоначчи 4, окей,
Пошла рекурсия. Этот ждет, когда он вернет значение. Число Фибоначчи четвертое, по сути, та же самая функция, запускается, думает и говорит, какой же мне, я рекуррентный или не рекуррентный? Ой, я рекуррентный случай. Ну окей, какое число мне понадобится? Мне понадобится число Фибоначчи 3, чтобы произвести свои вычисления. Число Фибоначчи 3 говорит, окей, мне понадобится число Фибоначчи 2. Число Фибоначчи 2 говорит, я еще рекуррентный случай. Я мог по-другому сделать, я мог сказать в 2 равно 1, но я довел вот до нулевого. Оно вызывает F1. F1 наконец-таки возвращает результат, поскольку это уже не рекуррентный случай. А F2 вызывает F0, потому что ему нужно второе число Фибоначчи. Слава богу, он тоже у меня крайний случай сразу возвращает свое значение. После чего значение F2 посчитано. И может быть возвращено в F3, да, там, где его запрашивали. Return случился. Вернули значение, но у F3 в этой формуле присутствует еще одно число, F1. И он его вызывает. F1 крайний случай, он быстро возвращает, ему говорит, да я же единичка, вот, получи, пожалуйста. Да? И вот у меня F3 производит сложение, 1 плюс 1, получает значение 2 и возвращает эту двойку наверх. F4... Соответственно, говорит, ну замечательно, у меня F3 есть, но мне нужна еще F2. Еще F2 надо вычислить. Вызывает функцию F, подсчета числа Фибоначчи, с параметром 2. Она запускается, говорит, так, мне, чтобы вычислиться, нужно F1, а еще F0. Да? Они оба быстро возвращаются, F2 вычисляется, возвращается назад, F4 наконец-таки вычислено. Да, здесь было 2, здесь плюс 1, 2 плюс 1, возвращается значение. Но с F5 делать не заканчивается. Говорит, прекрасно, F4 мы вычислили, теперь мне нужна F3. Да, вызову-ка я функцию F с параметром 3. Вот. И функция F с параметром 3 что делает? Говорит, окей. Я рекуррентный случай, мне нужно вызвать F2, а потом F1. Я сразу нарисую. F2 вызовет F1 и F0, которые вернут ему результаты. F2 закончит вычисляться, вернет сюда. Потом перейдет наконец-таки к F1, который вернет результат, вычислится F3. Вот, соответственно, F3 возвращает свое значение к F5. F4 это у меня что получается? 3, потому что там было 2 плюс 1, это было значение 3 вернулось сюда. На это значение 2, 3 плюс 2, ура, у нас значение 5. Теперь, внимание, смотрим на это все. Смотрим на вот это все. И видим, что у нас происходили повторные вычисления. Повторные вычисления. Ну, то есть я F2 вычислил вообще, извините, 3 раза. F3 вычислил 2 раза. Ну, F1 тут просто вот мелькал. Все время его дергали. То есть эта функция вызывалась. Это оформлялось как вызов, возврат. Естественно, есть накладные расходы на вызов функции. Они невелики, когда функция вызывается не слишком много раз. Если бы мы изучали с вами язык C, причем желательно чистый, то я бы вам говорил, ребята, есть такие функции, такое ключевое слово называется inline. Оно подсказывает компилятору, чтобы он тело функции просто вкомпилировал, вставлял железно, чтобы не было оформления call, return, просто ну, маленькая функция, ее не жалко, этот, кода не так много, пусть он лучше в сегменте кода несколько раз присутствует, фактически. Есть такое. На самом деле современные компиляторы, они C++, C++, они совсем не глупые, они сами догадаются, им это слово inline лишнее, уже ненужное. Но сейчас-то речь не о том. Никогда не пробовал на C сделать inline рекуррентную функцию. Скорее всего, это будет либо отказ, потому что это все-таки рекомендация компилятора. Компилятор, наверное, скажет, не, она же рекуррентная. Либо он как-то будет кручивать. Мне прям интересно дезассемблировать inline рекуррентную функцию, что там компилятор будет с этим делать. Но смысл в том, что вот если я сейчас скажу, подождите, а давайте я вычислю число Фибоначчи номер 6. Что произойдет? Ему понадобится число Фибоначчи 5, а потом понадобится число Фибоначчи 4.
Вы догадываетесь, какой, как сказать, массив вычислений сейчас сюда перекочуется, да? И будет повторен еще раз. Вот это дерево, которое вы сейчас видите, оно имеет свое название. Ну, вот я сейчас там уже его не дорисовал, но вот здесь мы можем его увидеть. Это дерево, которое вот как бы закошено на одну сторону, но оно так хитро закошено на одну сторону. What do you want? Оно так хитро закошено на одну сторону, что вот высота левого и правого его под дерево отличается всего лишь на единичку. Такое дерево называется сбалансированным. Ну, баланс дерева, про баланс сбалансированных деревьев говорят, когда они бинарные. Грубо говоря, его как бы влево, вправо тянет. И вот у него дисбаланс, он всего лишь на единичку. Это еще сбалансированное дерево. Вот. Соответственно, при этом вот у этой тоже идет дисбаланс, да, и тоже на единичку. То есть оно тоже, оно еще сбалансированное. Но вы знаете, вот сюда, вот как-то идеально, максимально несбалансированное, сбалансированное дерево. То есть среди всех, в нем практически все вершины закошены, кроме листочков. Все остальные вершины с наклоном. Это Фибоначчиево дерево. Дерево вызова, рекуррентных вызовов функции Фибоначчи без кэширования, оно как раз вот ему соответствует. Значит, но что я хочу с вами сейчас обсудить? Что я должен делать? Дело в том, что оказывается, если я напишу сейчас на питоне рекуррентную версию функции Фибоначчи вычислений, она начнет страшно тормозить. Ванюша, please sit here. Вот, значит, так вот, ответ такой, вариант первый. А давайте я буду кэшировать. Ну, слушайте, давайте я напишу вариант первый. Def f от n. Значит, что я делаю? Я оговариваюсь еще раз только устно, область определения, только целые числа, больше нуля, для всех остальных работать не будет. Если n меньше либо равно одному, то вернуть n. А иначе вернуть fn минус 1 плюс fn минус 2. О, супер, все, точка. Крайний случай не забыл. Теперь я буду стараться о нем помнить всегда. Крайний случай не забыл. Вот он, все замечательно. Да? Все прекрасно. Но проблема скорости вычислений неустранимая. То есть скорость сейчас, если я попробую асимптотику прикинуть, да, то у меня получится O от собственного числа Фибоначчи n-того. Да, O f n-то. А числа Фибоначчи экспоненциально быстро растут. Они такие вредные, неприятные. Короче, асимптотика вычислений, ну вы это видите и так. Понимаете, да? То есть масштаб перевычислений будет немыслимый. Что я могу сделать? Я могу сюда добавить дополнительно, перед тем, как вообще что-то там спрашивать, рекуррентный, не вот такой, я спрошу, а, собственно, у меня это число было вычислено раньше или не было вычислено? Но я его где-то должен сохранять при этом, да? У меня должен быть какой-то кэш, то есть какой-то кармашек, в который буду запоминать старые значения. Я буду, получается, делать так. Я буду перед тем, сама функция, перед тем, как начинать свои хардкорные вычисления, она вначале заглядывает в некий кэш, который, по сути, вовне функции. Потому что, когда функция закроется, она должна будет помнить про этот кэш. Понимаете? Она заглядывает в кэш, смотрит, есть там для такого числа, вычислили уже или нет. И если вычислили, то она просто берет значение из кэша и возвращает его. Ничего не делает. Есть такая структура данных в питоне, как словарь. В данном конкретном случае я могу ей не пользоваться, потому что я ее еще не рассказывал, а сделать на списках. Вообще в идеале бы сюда вот словарь как кэш вкрутить. Ну я сделаю на списках. То есть у меня кэш будет представлять себе список, находящийся, так, это я сейчас возьму в скобочки, чтобы я это не потерял. Значит, вот сюда мне понадобится пара строчек на, собственно, то, чтобы им воспользоваться. Итак, в первую очередь я загляну в кэш. Да? Если кэш
от N. Да? Там должно что-то означать, что там число не вычислено. Что числа там нету. Да? Сейчас давайте сделаю так. Вот я сразу более короткую версию. Если числа нет, то мы запускаем вот это вычисление. Если кэш от N, как, что там будем хранить? Давайте так. Отрицательные числа Фибоначчи бывают? Нет. Давайте минус один. Я бы, если питон, то я могу сделать здесь нан. Но надо понимать, что это в питоне я могу разные типы хранить в списке. А если это массив, то так не получится. Ну и поэтому я беру значение из того же множества, которое как бы области значений соответствует. То есть целое число. Короче, минус один. Если минус один, то это означает, что оно не закэшировано пока. То тогда я запускаю вычисление. Но я не могу сразу return делать. Тут так не получится. Нельзя return. Я должен это значение вначале посчитать. Я назову эту переменную для значения result. Да? И по окончании вычислений, либо крайним случаем, либо рекуррентным, я этот результат сохраняю в кэш. Кэш от n теперь, наконец-таки, вычислен. И, внимание, к моменту окончания вот этого if'а там точно не минус единица. То есть я зашел сюда именно по «ой, не вычислено», ну, тогда вычислить. Вот здесь точно уже вычислено. Либо я не заходил в if, потому что он уже был вычислен, там не был не минус единица. Либо он был минус единица, но тогда теперь там лежит нормальный результат. Короче, в любом случае, я возвращаю значение. Ну, я не хочу писать, если трам, то result. Ну, какой смысл? У меня в кэш n как раз он лежит. Return, соответственно, кэш от n. Обращение к n-тому элементу массива все равно происходит за o от единицы. В массиве кристаллическая структура. Я за долю секунды, что называется, вычисляю любой элемент, где он находится, и тут же его достаю. Потому что память у меня random access memory оперативная. Как это, мысленно моргая про то, что да, у нас еще есть кэширование, и не все так просто. Оперативная память, константное время доступа к элементу массива, моргаем одним глазом. Ладно, значит, так вот, получается, я, естественно, все это теперь оформляю в функцию, которая имеет точно такой же заголовок, да, def f от n, все, супер. Правда, есть такой момент. Подождите, я же этот список нигде не создал. А он должен быть вне. Да, кстати, надо ли писать, вот здесь есть такое синтаксическое слово global. Слово global внутри функции позволяет внутри функции менять связь ссылки, то есть имени, на что он будет ссылаться. У нас, как помните, в питоне ссылочная модель данных. То есть у нас нет переменных. У нас есть имя, которое указывает на объект. Правильно? Соответственно, у меня, если я внутри функции хочу поменять, как говорится, глобальную переменную, то я должен написать global x, и тогда x равно 1 отразится на том, чему будет равен x во внешней программе. Понятна логика, да? То есть это не локальное имя в локальном пространстве имен функции, а это имя уровня модуля. Вот. Но в данном случае я не меняю смысл имени кэш. Кэш по-прежнему указывает на тот же самый объект списка. Сам объект списка изменяемый, поэтому никакого global тут как раз не надо. Я буду продолжать пользоваться тем же объектом, просто меняю его поэлементно. Да? Я спрашиваю, там не минус, ага, и присваиваю в элемент его. Ясно? И заодно проверяем, чтобы не забывали ссылочную модель. По итогам, мне надо, чтобы пользоваться этой функцией, завести этот кэш. Мне сейчас даже не важно, я его заведу отдельно выше, но именно на уровне модуля. Да? Значит, я его каким-то образом заведу, соответственно, но... Вань, go away. Go. Значит, ну я дальше возникает вопрос, а какого же размера мне его завести?
Понятно, что я вначале тогда должен разложить минус единички, но какого размера? Ну, скажем так, ну, предельное число Фибоначчи, которое я собираюсь считать в программе. То есть, ну, какой-то лимит, какой-то остаток ввести, ну, не знаю, там, 10 тысяч, там, ну, что хочу. Здесь есть такой момент. Дело в том, а? Если так было бы можно, но я ж не могу заранее это знать, в момент описания функции n является формальным параметром. Создавать его после того, как мы получили на вот. Можно, можно, пожалуйста. Я могу предложить 10 рецептов сюда. Функция, которая содержит слово global cache, проверяет, есть ли такое имя, ловит исключение, если его нету, создает его под нужное n. Слушайте, я могу предложить разные варианты. Давайте не будем их сейчас придумывать, потому что проще было бы... Есть еще более простой вариант. Есть еще более простой и естественный вариант для Python, который просто работает. Но мне важно сейчас понять, что вот это вот сейчас не даст сверх... То есть оно сразу даст эффект. Дело в том, что уже 40-е число Фибоначчи на Питоне, 40-е рекуррентно без кэширования посчитать нереально за разумное время. То есть он считает, глубина рекурсии всего-то 40. Вопрос в том, что вот этот обход вот этого дерева, это 2 в 40-й, ну ладно, не 2 в 40-й, поменьше. Поменьше. Число Фибоначчи меньше, чем 2. N-то число Фибоначчи меньше, чем 2 в степени N. Да? Но оно порядка того. Короче, ничего веселого. Но дело в том, что я все равно при первичном подсчете числа Фибоначчи 10 тысяч, или там 5 тысяч, я буду уходить в рекурсию 5 тысяч раз. И я упрусь в лимит рекурсии. Дело в том, что в Питоне не бесконечный уход в рекурсию. Питон целенаправленно ограничивает. Recursion limit есть такая штука, да? Лимит рекурсии. И он по стандарту 1000. То есть первый раз, если я возьму и попрошу число Фибоначчи 10 тысяч, то хотя сколько бы я тут кэша не создал, да, это будет ускорять вычисление, но когда я дойду до 1001 глубины рекурсии, у меня обломается мой интерпретатор, скажет, ошибка, set recursion, как это, recursion limit. Ну, есть один хитрый хак, я могу подключить библиотеку, то есть уж если очень этого хочу, сейчас я это сотру, потому что дерево это больше нам не надо. Я, конечно, могу взять, вписать, set, ну, я, давайте я внизу пока это впишу, мне еще левая сторона доски сейчас сильно понадобится. Set recursion, import sys надо куда-то вписать. Import библиотеку sys. Замечательная. Там еще есть замечательная функция getSizeOf, для того, чтобы узнать, сколько же байтов объекта весит. А то мы так работаем, работаем, все на высоком уровне, а надо хоть понимать, сколько же объект байта весит. Вот, иногда числа весят очень много, инты, поскольку длинная арифметика. Ладно, вернемся сюда. Значит, по итогам, да, я должен что? Перед вызовом функции с большой глубиной я должен сделать sys.set, пишется слитно, recursion... лимит и поднять его до небес. Ну, до тех небес, которые мне нужны. Но профит есть, потому что с рекурсией я уже, даже без set recursion limit, я уже добегу как до тысячного числа Фибоначчи. Будут огромные такие числа, такая простыня из цифр. Но, пожалуйста, если поднять set recursion limit, то еще выше, пожалуйста, добегу, да? До глубины рекурсии. Теперь давайте, как, что называется, как люди делают. Люди не хотят возиться с собственноручным поддержанием кэша. Не хотят этого. Они хотят пользоваться рекурсией в ее девственном виде. Вот как она была. Но чтобы кэширование было. Неужели нельзя что-нибудь сделать? Ответ – да, можно. Ну, recursion limit повышать таки придется, еще раз скажу. Но вот с кэшом конкретно можно это дело сделать. Я... А поскольку сдвигаю теперь def f от чего? Сейчас мне чуть-чуть еще пространство понадобится. Значит, def f от n. О, вот так вот, вот так вот. Но мне ж надо, чтобы она кэшировалась. Как я это делаю? Ответ. О, да, я вам такой это, как это ответ дам. Скажем так, из условно истории религии. У древних греков была одна мистерия, в которой
символически, это они не был другое место, Карфаген, где детей сжигали, но вот было символическое принесение ребенка в жертву огню, потому что там миф был, что вот богиня решила из своего милосердия там ребенка, соответственно, как бы провести через огонь, и он там обретал божественность. Но его там женщина ее остановила в этом мифе, и он не, как сказать, не переродился. В итоге остался просто человеком, божеством не стал. Ну и там была целая мистерия, сейчас не помню ее название, не суть. Но смысл в том, что я сейчас эту функцию буду, как этого бедного ребенка, скармливать монстру, который мне выдаст вроде бы того же самого ребенка, да, ту же самую функцию, да, с тем же самым именем, с тем же самым интерфейсом, но другую. Монстра этого будут звать Last Recently Used Cache. LRU Cache. Вот так. F равно LRU cache от F. То есть смотрите, что я делаю. Я создал объект функции. Вообще-то функция, чтобы ее вызывать. Но здесь я ее как объект засовываю в какую-то функцию. Она ее там, как это, лакирует, что-то с ней делает, покрывает фейской пылью, да, и возвращает мне назад. Вот это действие называется декорирование. И вот этот механизм, как это... оборачивание функции называется декорирование. Но это выглядит немножко, опять же, некрасиво. Не так люди любят это писать. Как это записывают? Ну, то есть понятно, что та функция, она специфична. Она получает функцию, возвращает функциональный объект, то есть создает функцию внутри себя, какую-то новую, перерожденную, да, и ее возвращает. Вот. А люди записывают это вот так вот. LRU cache. Вот так, собачка, last recently used cache. То есть кэш по последним использованным значениям. И он будет отслеживать, какие значения, для каких последних значений ее вызывали, для них и будет запоминать. Естественно, там стоит некоторый лимит, чтобы не ушло вот в бесконечность памяти, а то функцию вызовут там миллион раз, и он миллион раз весь запоминать. Поэтому есть ограничения. Этим ограничением у этого декоратора можно... То есть вот эта вот запись, запомните, она всего лишь... Тот самый монстр, который ам-ам эту функцию, да, выплюнет под ее именем другую, декорированную, чуть-чуть переделанную, улучшенную и так далее. Есть разные декораторы, которые я вот это хочу подкрутить к своей функции, вот это. Но каждый раз это мы ее при этом обнимаем, как бы мы ее отдаем в некоторую фабрику, да, вот этот декоратор, который оттуда возвращает новую функцию, обернутую какой-то дополнительной функциональностью. Не иногда бывает несколько декораторов, и там последовательность проведения этой функции через инкарнации какие-то там, да, инициализации. Значит, ладно. У этого декоратора может быть параметр. Это количество, собственно, раз, ну, количество, размер кэша, короче. Ну, то есть, условно, то, что я тут записывал, вот так написать проще. Единственное, что этот декоратор прячется внутри стандартной библиотеки, она всегда установлена вместе с питоном, но импорт сделать надо. Это будет импорт, а точнее, раз я тут не написал ссылку на библиотеку, то я, пожалуй, сделаю вот так. From functools import last recently used cache. SIS – это стандартный, просто импорт SIS. Ну, я здесь им воспользовался SIS. А здесь я уже написал functools.last.recently.usedcache. Если я так написал, так я бы просто написал import functools. А так я и из библиотеки достаю это имя локально. Но это более мягкий вариант. Это у меня есть библиотека, в ней куча инструментов, да, но я не беру и высыпаю все инструменты на пол, а я оттуда бережно достаю один инструмент и говорю, какой. Мне нужен только функция. Да, если со звездочкой, то это плохо с точки зрения переполнения моего пространства имен. То есть мое пространство имен модуль чисто и аккуратно, как чистый стол. Да? А если я возьму, вывалю все функции из одной библиотеки, вывалю все функции из другой, то оно будет загрязнено, мне неудобно будет в этом всем количестве идентификаторов работать. Что? SIS это модуль, ну, библиотека, да. Обычно библиотека подразумевает какое-то количество модулей. Понимаете?
соответственно, а так это как бы лучше сказать модуль. Мы можем сказать библиотека ProSys, можем сказать библиотека FunTools, но правильнее будет сказать, ну, это модуль стандартной библиотеки. То есть все модули стандартной библиотеки Python, да, это вот конкретно вот там TimeSys, FunTools, EtherTools и так далее. Собрались. А теперь внимание. Рекурсия с кэшированием прекрасная штука. Замечательно. Но она нас, опять же, не избавляет от того, что это все-таки рекурсия. Да, recursion лимиты какие-то. Нагрузочное время на, на вызов функции, возврат из функции. А нельзя ли вот эту вот формулу, взять, вывернуть наизнанку? Сейчас я вам, поскольку здесь много пространства и куча стульев, я сейчас вам это покажу. Смотрите. У меня есть, соответственно, два известных мне значения. Я просто вычислю следующее. Все, кто считал числа Фибоначчи в школе, скажут, подождите, зачем рекурсия? Да? Дальше я по двум имеющимся этим значениям вычислю это значение. Другое значение, ранее мне неизвестное, теперь оно известное. По этим двум я смогу вычислить вот это, по этому и вот этому следующее, по этому и вот этому следующее. И в итоге я тем самым смогу, что называется, закрыть всю область определений. Не, ну она и бесконечная, она бесконечная. Но мне нужно целевое мое значение где-то тут прячется. Моя задача, да, по сути, закрашивать эту область определения, то есть идти от области известного в область неизвестного, да, по некоторой траектории, так, чтобы в конечном счете мое целевое значение, ради которого все это вычисление шло, в итоге оказалось вычисленным. Понятно? Надо понимать, что вообще-то, поскольку это множество может быть и не бесконечным, но комбинаторно велико, то траектории вычислений может быть разные. И это моя задача правильно организовать вот это движение к. В случае чисел Фибоначчи это тривиальнее тривиального. Я просто... Вот у меня функция. Говорят, пожалуйста, я вместо рекурсии скажу, мне нужно nth число Фибоначчи. Давайте сделаем массив большое f, в который я положу нолик, единичку, а потом положу туда, минус 1, умноженный, на самом деле, в случае питона я бы и наны сюда проложил. Ну, я сейчас минус 1 и положу. А, умноженный на n минус 1. Ну, получается 2 плюс n минус 1, получается n плюс 1 число в этом массиве. Ровно, чтобы туда поместилось, начиная от нуля до n-того включительно. После чего я начинаю заполнять этот массив f, начиная с... Давайте... И назову for i, да, начиная с второго числа до n-того включительно, я просто говорю f nt, равно f i минус первое плюс f i минус второе. После чего я возвращаю значение f в позиции n. Что я наблюдаю здесь, Вань? Wait. Я наблюдаю здесь формулу рекуррентную. Но она записана не в режиме, как это в рекурсии, когда я вызываю функцию с круглыми скобками. Вызов функции подразумевает, что вычисления начнутся какой-то там условно неопределенный или большой асимптотики. Да? Обращение к элементу массива. Вот он. Вопрос в том, что я как программист, который выписывает последовательность вычислений, а сейчас эта последовательность описывается вот этим рейнджем. Я должен гарантировать, что вот эта и эта ячейка содержат разумные значения, что там что-то sane, как говорится, да? Потому что если я ошибусь и напишу здесь, не знаю, там 3, например, и я обопрусь на значение, которое не вычислено, то получится, что я вычисляю на основании лажи следующее значение. Я подмешиваю бочку, это, в бочку меда подмешиваю ложку дегтя. Да? Выглядит это, знаете, на что похоже?
Вот я мечтал это сделать, но в фоксфордовской студии невозможно. Вот у меня игра в детском садике. Не, в нашем детском садике так не играют, но тем не менее. Значит, игра, не надо переключаться, это все равно будет видно. Значит, стулья. Есть два стула, да, раз-два. Да, и я, соответственно, 0 и 1, два значения. Я на них могу стоять, они вычислены. Понимаете, да? Соответственно, я беру и на основании этих двух чисел вычисляю следующее. И могу перейти сюда. Понимаете, да? То есть логика какая. Дальше. Вань. Get down, Вань. I need this chair. Just give it to me. Give it to me, baby. Окей? Опа. И я таким образом, соответственно, закрываю, покрываю всю область значений, область определения, прошу прощения. Понятно? Все, игра началась. Вань, а можно я стульчики перенесу сюда? Вот сюда, Вань. Stop here. Так, ладно. Ну что, логика понятна? То есть получается, что я сокращаю вот эту комбинаторную сложность. Дело в том, что динамическое программирование – это и вот это, когда я кэширую рекурсию, и вот это. Только здесь я все-таки двигаюсь сверху вниз. То есть есть задача. Я говорю, на какие подзадачи она разбивается. Ага, а на какие это, а на какие это. И динамическое программирование, оно сглатывает комбинаторную сложность за счет кэширования. Называется динамическое программирование сверху. Хотя, казалось бы, это, еще раз говорю, это рекурсия. Динамическое программирование – это и есть рекурсия, взгляд сбоку. Да? Только теперь мы кэшируем. Это если сверху вниз. А это динамическое программирование снизу вверх. Я еще раз повторю, множество здесь, оно относительно невелико. Ну, оно бесконечное, но я понимаю естественным образом, как его заполнять, чтобы добраться до этого самого числа n. На самом деле все бывает посложней. То есть если я скажу, подождите, а вот было быстрое возведение в степень в прошлый раз, а могу ли я его переписать на динамическое программирование? То есть глядя на степень, заранее сказать, для каких степеней мне надо вычислить... Ну сложно. Сложно сказать. Я на самом деле могу так сделать. Могу. Я могу, но это сложнее будет. Посмотреть на число с точки зрения, что называется, на степень, с двоичной системы исчисления. И у меня оно будет представлять из себя, соответственно, какую-то там последовательность ноликов единичек. Говорю, так, здесь у меня а не в квадрате, ну, условно, то есть у меня а в степени, ну, давайте какое-нибудь число, ну, умеренно большое, там, не знаю, 237. Да, я сейчас быстро прикину, 255 минус 237, это, сейчас, одну секундочку, 15, сейчас, 25 минус 7, правильно? 8, короче, 18, да, соответственно, 18 это 16 плюс 2, правильно? Значит, 237 будет записываться в байте как... соответственно, но там, где двойка – нолик, и там, где 16 – нолик. А все остальные будут единички. Вот так вот. Вот это будет у меня 237 в двоичной системе числений. Я такой говорю, угу. Значит, я буду вычислять а, потом буду вычислять а в квадрате, потом я буду вычислять а в четвертой, а в восьмой. Ну, это просто, да, это же просто буду брать его, накапливать, да? И, соответственно, я говорю, окей, в мое произведение, в мою степень идет а, не идет а квадрат, идет а в четвертой, идет а в восьмой, не идет а в шестнадцатой. И в результате у меня накопится, если я не ошибаюсь, накопится нужная степень. Можно. Можно построить быстрое возведение в степень, и оно будет работать еще быстрее, чем рекуррентное. Понимаете? Рекурсия, она в первую очередь важна как понимание того, что формула есть, она работает. Рекурсия нужна там, где по-настоящему рекурсия
а не динамическое программирование, нужна там, где функция не является чистой, где она что-то делает. Ну, там, рисование фрактала, например, да, там, ну надо это реально сделать, да, я должен нарисовать вот это, да, соответственно, и вот этот кусочек я должен нарисовать, я вот должен буду вот в этих обстоятельствах, не запомни, я не могу закэшировать черепашки и сказать, ты запомни и верни мне то, что ты уже сделала. Так не получается, да, если рекурсия должна что-то делать. Не знаю, рекурсия, которая генерирует комбинаторные объекты, например. Там, да, там, ну, приходится реально без кэширования это делать. Да, опять же, можно оговориться, сказать, нет, есть еще возможности. Так, давайте. Не искать дополнительных возможностей. Сейчас смысл в том, что динамическое программирование снизу, да, когда мы заполняем массив, более эффективно. Можно сказать, подождите, у меня здесь одна переменная. А здесь я создаю целый массив переменных, n плюс одна штука. Это, наверное, неэффективно. Вы забываете. Вот эта функция должна будет уйти в рекурсию глубины n. А значит, у нее будет n копий этой переменной. То есть n штук имен. На каждой глубине свое имя означает свой объект. Никакой экономии по памяти рекурсия не даст по сравнению с вот этим. Там плюс только в том, что мне не нужно думать о траектории вычислений. Ну, на самом деле все равно нужно, потому что, опять же, именно я гарантирую, что вот это сойдется к крайним случаям, что я в итоге не уйду в бесконечную рекурсию. Но здесь ошибки не будет. В ситуации динамического программирования снизу ошибки, которую я увижу, я не увижу бесконечной рекурсии, ой, я опираюсь на... Я просто получу... ложовое число. Вот если я ошибусь, тут начну условно с тройки или с единицы, кстати. Тоже. Еще и незаметно это произойдет, будет лажа полная. Понятно? Если я вот где-нибудь вот здесь вот в последовательности... Вот очень важно, что здесь вы берете в свои руки и говорите, я знаю, в какой последовательности это должно заполняться. Просто берете и заполняете. Все, точка. Как быстро улетело время. Я надеюсь, самое главное я у вас уложил. А теперь давайте с вами... попробуем поставить задачку. Возможно, мне придется именно вот эту тему, да, рассказывать еще. Ну, не в смысле повторять, а просто я в одну лекцию не уложу сейчас все. Итак. Давайте, мне нравится задачка такая. Мне нравится грязная доска. Называется поиск подпоследовательности с максимальной суммой. Представьте себе, что у меня есть числа. Ну вот, похоже немножко на задачки ИГЭ. Да? Мне нужно сказать... число, максимальную сумму, а лучше всего даже не само число, а найти местоположение. Ну давайте с местоположением отложим само значение максимальной суммы под отрезка. Максимальная сумма под отрезка. То есть короче, или говоря среза. Вот на питоне я могу сказать, вот у меня есть список, у него есть всевозможные срезы списка. Соответственно, Ванюш, will you help me here? Yes. Okay. Do it here, please. Okay. Stand up. Итак, максимальная сумма. Ну, в данном случае под последовательностью будем среза, да? Максимальная сумма среза списка. Итак, у меня есть список чисел. А равно 5, 2, 3, минус 7, 6, 8, минус 15, 2, минус 9, 27, минус 24, 5, 2, минус 1, 2. Ну, я вот, не знаю, там, еще одно что-нибудь напишу. 7. Вот так вот.
Ну, так, чтобы это не было очевидно. Обратите внимание, что наличие отрицательных чисел резко усложняет задачу. Потому что если были бы числа только положительные, я бы сказал, конечно, от начала до конца. Больше чисел возьмешь, будет лучше. Но тут именно дело в том, что мы то в плюс уходим, то в минус. В плюс, минус, в плюс. И вот поди пойми. Вы скажете, ну окей, давайте найдем промежуток просто. Вот эти минусы, что называется, разделяют. Как это? Сплит этого списка по минусовым значениям. И возьмем, будем только брать положительное. Да? Вот 5, 2, 3 суммируем. 8, да? 6, 8. Да? 2, 27 просуммировали. Да? Здесь у меня что получится? 5 плюс 2. Но это тоже не работает. Дело в том, что вот, например, у меня вот здесь вот 5, 2. Да? Минус 24 это, конечно, плохо, но 20 плюс 7 это круто. Да? То есть, как бы вот если бы я брал вот этот отрезок, то расшириться в эту сторону было бы выгодно. С другой стороны, если бы я был здесь, то расширяться сюда минус 24, терять от 27, чтобы потом приобрести плюс 7, гибло дело, не очень хорошо. Короче, возникает такая трудность. Конечно, у меня всегда есть вариант алгоритма, который будет срабатывать за o от n квадрат, ну, где n это количество чисел. А именно, я могу перебрать полным перебором все возможные варианты срезов. Ну, то есть, соответственно, for a in range, соответственно, но от 0 до n, да, и for b in range. Ну, тут вопрос, а пустые мы рассматриваем или нет? Ну, теоретически, когда все отрицательные числа, то лучше ничего не брать. Правда? Ноль. Поэтому давайте я буду... Но b будет правее, чем a всегда, поэтому начиная от a до n, не включительно, потому что у меня по n-1 индексы идут. И я рассматриваю, я суммирую, соответственно, ну, я могу здесь ускорить, здесь конкретно я пишу сум, понимая, что это на самом деле не совсем эффективно, но позвольте мне сделать это неэффективно. И я делаю что? Я вычисляю значение суммы от среза моего массива А, начиная с позиции А до Б. Я очень неэффективно делаю, но это не, можно сделать эффективнее намного. Я могу это суммировать в этом цикле, по которым я бегу от А до Б. Оставим это дело. Значит, что я хочу делать? S равно сум, и если это S больше, чем временный максимум, то присвоит туда это значение. Ура! Мы нашли под отрезок большего размера, где M изначально должен быть чему-нибудь там, ну, очень маленькому равен, да? То есть, видишь, максимум еще, мне нужно изначально его сделать каким-то очень маленьким. Ну, условная минус бесконечность. Ну, что-то меньше, чем что только возможно. Не знаю, просуммировать все отрицательные числа в этом массиве, потратить на это n операций, это не, по сравнению с этой асимптотикой, это вообще не проблема. Так мы можем задать какое-то значение типа строки run или... Что? Не понимаю. Ну, можем задать какую-то строку, например, m равно run. Или... Можем. Или сделать, если это другой язык программирования, где нельзя значение там... выделить резервное значение, ну, флажок, заведем рядом переменную, которая будет из maximum occupied, которая будет принимать true, когда первый раз мы туда положим значение. Не надо. Это все мелочи, которые сейчас меня не волнуют. Я надеюсь, алгоритм поиска максимума со всеми его модификациями уже у вас немножко лежит в подсознании. Более того, я могу здесь там, переоформить это по-другому. И еще раз, это не самый быстрый способ это сделать. Он все равно лучше, чем u от n квадрат, я не сделаю. Вопрос, есть ли способ у меня найти максимальную сумму среза списка, ну, то есть максимальную сумму под отрезка найти за, внимание, один проход. То есть вот брать эти числа, просто вот беру очередное число, по-хорошему даже не запоминая их в массив. Ну окей, ладно, пусть они есть в массиве. За один проход, однопроходным алгоритмом. Помните, однопроходный алгоритм это всегда хорошо. У него O от N по времени и O от единички по памяти. Окей, я говорю, давайте массив уже есть. Я не буду сейчас стремиться к O от единички по памяти. Я буду создавать сейчас массивы. Давайте попробуем понять, на что влияет, собственно, ну, будем брать, считать какие-нибудь суммы.
считать какие-нибудь суммы. Вот, например, я могу считать сумму вот таких вот подотрезочков. А, начиная от начала до И. Не включительно. Ну, тогда назову это как-нибудь, ну, допустим, S1. Да? Сумма первая. Да? Или давайте лучше назову SA. SA маленькая. S, я большое буду использовать, а A напишу маленькое. Сумма подотрезка от начала до А. Да? И я сделаю такой массив, который сейчас заполню. Начальное значение, которое здесь будет, будет равно нулю. Да? Потому что по нулевой элемент не включительно, там ничего нет. Сумма пустого среза равна нулю. Что я делаю? Мне дальше надо будет его расширить. Но я заранее знаю, сколько получится элементов. Здесь на 1 будет больше, чем в А. Потому что мне нужно будет включить по n-то включительно. Ну, он мне чуть-чуть подлиннее будет. Окей, скажу я, ничего страшного, значит, вот это на плюс, ну, дальше вопрос, что я должен положить туда временно, пока я не вычислил. Ну, давайте положим туда минус 1, можно нан. Ну, нан будет прикольнее, чтобы я не ошибся, я пока в питоне буду этим иногда пользоваться. Нан умножить на длину А. Окей. Но я туда хочу проложить эти числа, то есть посчитать теперь эти частичные суммы. S, давайте, for, пробегу я, for, ну давайте я так и назову, A, в диапазоне, начиная от единички до чего? До N включительно, я буду класть значение SA. Чему оно будет равно? S-A-A-T. Да? S-A-A-T. Ну, может быть, нет, давайте И все-таки назову, то как-то странно звучит. S-A-I-T. Вот так вот. S-A-I-T. Чему оно будет равно? Предыдущая сумма, то есть я увеличиваю сумму на 1, да? Предыдущей сумме плюс одно число. S-A-I-T плюс что? A-I-T. Да? Правильно? Нет, неправильно. На и минус первое. То есть у меня в этот срез входит предыдущее значение. Да? То есть нулевой должен будет войти. Все, вот теперь правильно. Что мне дают вот эти частичные суммы? Дело в том, что у меня любая сумма среза, начинающегося от А до Б, на самом деле, да, то есть вот эта штука, она может быть представлена, ну как, давайте я так напишу, сумма А итых, да, где И, начиная от А до Б не включительно, да, Б минус 1, да. Как она может быть представлена? Это сумма элементов от И, от нулевого до Б минус первого, правильно? За вычетом первой суммы от И от нулевого до А минус первого. А и то. Понятно? То есть, если мне нужна сумма вот этого вот подотрезочка, то я буду для, ну, соответственно, как бы И плюс первого, потому что тут есть смещение, как вы увидели, да? То есть, у меня будет немножко вот в этом массиве местоположение будет смещено, да? То есть, он считает в И-той точке сумму по И минус один включительно, по И не включительно. Я буду брать и говорить, о, вот значит, это будет вот эта штука SA от B. Ну, учитывая, я там говорю по B, а там как раз по B не включительно, да, получается. SA по B, который не включительно, но по минус SA ты. А ты как раз не включительно. Как раз сами срезы помогут мне, да, в этом объяснении. То есть еще раз, да, у меня как бы вот эта вот, вот желаемая мной вот эта штука, она таким образом может быть вычислена проще. Правда? Правда возникает вопрос, подождите, но мне все равно нужно перебирать все возможные варианты. Я вычислил все эти суммы, я их подготовил.
Теперь я смогу быстрее в каком-то смысле для любых А и Б. Мне не нужно будет бежать и суммировать. Я просто беру из двух сумм, делаю вычитание, получаю сумму под отрезок. Но все равно не ускоряется вопрос, связанный с перебором всех А и Б. Все равно нужно все варианты перебирать. Ванечка, А идея вот в чем. Дело в том, что я к каждому текущему моменту, вот к каждому очередному текущему моменту, могу вычислять наихудшую сумму. То есть максимально минимальную. Зачем мне это надо? Дело в том, что мне надо, когда я рассматриваю вот так вот сумму, мне нужно вот эту штуку, вот это, устремить к максимуму. Да? Это означает, что при фиксированном B, мне нужно вот это устремить к минимуму, варьируя А. То есть у меня А варьируется, да? Я это должен устремить к минимуму. Но А может быть только для... Вот у меня А левее, чем Б. Да? Соответственно, в ограниченном диапазоне. Я не могу заранее найти минимальное значение под отрезка слева и для него просто вот перебрать максимальное минус минимальное, и все. Так не получится. Мне нужно... Но зато я могу по ходу дела минимальную сумму слева вычитать. И тем самым я, по сути, закэшировал оптимальную вычитаемую часть. Мне не придется ее повторно вычислять. Делаем S-амин. Более длинное наименование, но я именно так его и хочу обозначить. Минимальная сумма, начинающаяся от начала до, соответственно, А. S-амин. Итак, ну, когда там только одно число, ну, то бишь, когда там ноль чисел, то минимальная сумма – это ноль, да? То есть у меня нулевой элемент – ноль. Все остальные пока не вычислены. Что я делаю? Я говорю, окей, побежали. I, начиная с единички до n плюс первого, я вычисляю минимальную сумму под отрезка слева. Ну а как она будет возникать? Ну, у меня будут идти значения минимумов, хранящиеся уже в SAI там. Я должен брать просто, по сути, минимум из всех значений, которые там были до того. Вот и все. А это делается в один проход, то есть я просто держу. У меня текущий минимум сейчас вот в этой ячейке. Да? Ноль. Либо ноль, либо какая-то минимальная сумма, которая вот там в SAA там лежит. Да? Либо он меньше, либо тот, кто предыдущий меньше. Да? То есть я буду класть в SA-мин... В SA мин итый я буду класть меньшее из двух чисел. Это, собственно, предыдущее состояние SA мин и минус первое. Либо SAT, если оно вдруг SA ИТ, если оно вдруг окажется меньше. Ну, то есть, это же частичная сумма от начала. То есть, я либо 0, либо 5. Ну, конечно, 0 лучше. Но я сейчас, мне бы это сейчас записывать, вот так вот отрисовывать, вы бы это поняли лучше. Когда я нашел минимальное значение левых вот этих вот отрезков, наилучшее вычитаемое, да, что мне лучше, выгоднее всего отбросить, причем сделать это для каждого вот этого значения. Я говорю, окей, а теперь... Я просто бегу по всем этим вот, как сказать, суммам, предвычисленным заранее по SAT-ам. Может быть, зря это А написал, потому что теперь оно, по сути, SBT. То есть теперь-то это B. Просто мне не надо по ним бежать. И я беру и говорю, замечательно. Да, прошу прощения, мне нужно... На самом деле, мне массив-то уже не нужно создавать. Давайте я не буду его создавать.
Я заведу себе одну временную переменную, назову ее МС. Это максимальная сумма под отрезка. Она не точно не меньше нуля, потому что в худшем случае, я говорю, пустой отрезок. То есть, поэтому я совершенно законно сюда кладу ноль, мне не надо минус бесконечности вписывать. Что я теперь делаю? Я бегу, начиная от чего? Ну, мне нужно по суммам бежать, да? От нуля ли или от единички все-таки? Нулевую мне надо или нет? По-моему, нет, потому что болтают. Потому что, по-моему, и не надо. Короче, от первого до n-го включительно. Что я буду теперь делать? Я буду говорить, если s, только теперь-то это как раз sbt, да? То есть она правый, да? S для i за вычетом оптимальной вычитаемой части. Я сейчас успею показать это вот здесь вот в реализации. И вы увидите, что это действительно эффективно даже на доске. Не говоря о том, что это в программировании будет эффективно. Если s, a, i, t... А давайте я его как временное значение вычислю, чтобы потом его в этот минимум, в максимум заложить. S, A, а можно, ладно, короче, S, A, I, T за вычетом оптимальной S, A, min, I, T к I тому моменту оптимальная левая вычитаемая. Да? Так вот, если оно больше максимума предыдущего, то запомните это состояние. На самом деле я здесь мог бы даже еще и запоминать, где это случилось. Причем не только правую границу, но и левую. Но для этого мне пришлось бы поддерживать еще один массив, кроме S-A-min, еще поддерживать местоположение S-A-min-arg. Или S, как это, arg-min. Вот. Ладно, но я этого не буду делать. Я просто сейчас сделаю MS. Ага, длинновато, длинновато. Уже вернем обратно ТМП, а иначе я не помещусь. Короче, MS равно максимум из двух чисел. Из предыдущего значения МС и ТМП. Ну, это можно заменить на if ТМП меньше, больше, чем МС, МС двоеточие равно, это, МС равно ТМП. Ответ лежит в МС. Та-дам! Давайте теперь посмотрим. У меня на самом деле не нужны мне эти все значения S, A, min, i, t не нужны. Почему? А кто сказал, что я это обязательно должен делать в разных циклах? У этих, у всех циклов одинаковый совершенно пробег. Да? Я просто заменю эти все вот эти инициализации массивов, все сделаю заранее, заготовлю их, да? МС равный нулю я положу заранее, и вот у меня вот это вычисление будет происходить. Раз, два, три, четыре. В этот момент я могу сказать, подождите, а зачем мне все эти вообще все эти массивы? Давайте я положу S атом равным нулю, да? S амин равным нулю, да? И кто у меня еще остался? МС тоже равным нулю. Точка, запятая. Здесь уже не обязательно, а здесь надо. И я стираю вот это значение. САТ равно САТ плюс А и минус первое. СА мин ИТ равно предыдущему значению СА мин вот этому. И S-атому очередному, текущему. Здесь я просто беру разность их, и все. Алгоритм сокращается до вот такого состояния. Вот если совсем. Да, вот был этот массив A. Я говорю, давайте S равно smin, я сейчас укорочу название, равно MS равно нулю. Я, конечно, сейчас на доске работаю. Чуть-чуть я где-то вроде бы мог опечататься, но кажется, вроде бы нет. Надеюсь, что код работающий, но проверять мне его будет некогда. Дальше я запускаю пробег по всем значениям.
range от 1 до n плюс 1. На самом деле, я теперь этим и не буду пользоваться. Мне это и на самом-то деле не нужно. Я же не буду брать значение массива. Да? Я записываю, что s плюс равно a и t. Ну, ладно, а и минус первое. Но если я сделаю от нуля до n, ну, смещу просто немножко, да, то просто а и т. Не хочу ничего дополнительного. Дальше. S а мин равно, он у меня называется с мин, равно минимум из с мин и s. Ms равно макс от предыдущего значения ms и с минус с мин. Та-да! Посмотрите, пожалуйста, посмотрите. Это магия динамического программирования. На самом деле здесь, по сути, спрятана рекуррентная формула. Да, она примитивная, ну, как сумма n чисел равна сумме n минус одного числа плюс еще само это число. Но здесь включено кэширование. Еще я потом отказался от массивов, потому что я понял, что мне нужно всего лишь одно последнее значение каждый раз. Понимаете? 6 строк кода. 6 строк кода. Все, я нашел оптимальную сумму под отрезка. Давайте это сделаем с имеющимся массивом, после чего я вас отпущу. Простите, что чуть-чуть уже задерживаю. Ну и вы меня задержали. Значит, короче, смотрите. Я сейчас буду писать числа под этими числами именно последовательно. Давайте частичные суммы. Ну, единственное, что я начну левее. 0. Поехали. 0 плюс 5, 5. 5 плюс 2, 7. 7 плюс 3, 10. 10 минус 7, 3. 3 плюс 6, 9. 9 плюс 8, это 17. Минус 15, 2, 4, минус 9, минус 5. Ого! Значит, 15, 22, минус 24, минус 2. Это получается 5 минус 2, это 3. 5, 4, 6, это 13. Теперь ищем минимальные значение. Вначале 0, потом 5 или 0, 0, 7 или 0, 0, 0, 0. До первого отрицательного ничего не изменится. О, минус 5, минус 5 круче. Минус 5 или 15? Ну, конечно, минус 5. Минус 5, оно не обновляется. Когда встречается минус 2, уже не нужно менять. Так минус 5 и остается. Минус 5, минус 5, минус 5. Теперь для каждого, соответственно, числа я беру разность суммы и вот этого. И среди них буду искать максимум. Но давайте я выпишу разности между ними. 0, 5, 7, 10, 3, 9, 17, 2, 4, 0. Стоп, смотрите-ка. 15 минус минус 5. Минус на минус 5 плюс 20. Да? У меня это в плюс начинает идти. Я прошу прощения, я вот это сотру. 27. Да? Это, кажется, кандидат. Значит, что у нас тут получается? О, все плохо. 3. Значит, он вышел в плюс, но 3. Так, что у нас получается? 8, 0. Что у нас? 4 минус плюс 9. 6 плюс 5, 11. И 13 плюс 5, 18. Среди них максимальное число, вот оно. Максимальная сумма под отрезка. Я вам скажу так, она заканчивается здесь, да? А начинается она там, где случился минус 5. Где случился минус 5. Вот. Нет, сейчас одну секундочку. А, да, ну получается вот так все. То есть вот это я как раз отбрасываю. Такие 27. Невыгодно ничего. Вот к этому вот, к этим числам невыгодно. Мы это, да, да, еще раз, можно было это пытаться глазами интеллектуально найти, можно бы изобрести какой-то еще. Но лучше, чем однопроходный алгоритм, вы точно не изобретете. Переменных минимум. Понимаете? Количество переменных минимальное.
А еще и более того, аиты не обязательно запоминать, я могу их брать с клавиатуры очередные. То есть брать очередное число. Лучше нельзя не выдумать ничего. Я обещаю вам в следующий раз показать динамическое программирование двумерное. Потому что сейчас у нас функция зависела от одного параметра, и вот целочисленное мы заполняли одномерный массив. А есть красивейшие задачки, в которых мы находим намного более сложные вещи. Одна из них – задача об укладке рюкзака, я в следующий раз про нее расскажу вам. К сожалению, она в лабораторке уже встречается, не знаю, чем будете делать. Но у вас же есть всегда некий гэп до сдачи домашек. Ну и услышите мое изложение. На этом все, спасибо, до свидания.